Пространство и свобода для творчества и фантазии, для воплощения креативных идей и замыслов. Сложный процесс под руководством профессионала. Пошаговая инструкция. Юлия Воробьева, руководитель творческого клуба «От А до Я», сопровождает каждую работу своих учеников «От А до Я». Возьмите кусочек поролоновой губки и обмакните его в белую акриловую краску, которая и послужит сегодня грунтом. И вот такими движениями, не сильно густо, не сильно жидко, да, мы заполняем. Это в сказке «Из полена» получился Буратино. В Юлиной сказке у каждой деревяшки своя история и картина. Декупаж – старинное направление декора. Сначала его считали слишком примитивным и называли творчеством для бедных. Позже в Европе эта техника на мебели сыскала громкую славу. Лучшие дома стали покупать аксессуары и мебель, украшенную таким способом. А мастер-классы – очень популярны выходные дни в Европе. В Анапе – адаптированная версия уроков творчества. Мы расслаиваем салфетку, то есть убираем два лишних слоя бумаги, и остается самый верхний слой с картинкой. Вот он тоненький. Так разноцветные салфетки становятся картиной на дереве. Сюжет обрывается по контуру и раствором клея и воды приклеивается к поверхности от центра к краю. Пустые поля дерева подкрашивают красками в тон. Если нет времени долго ждать, пока клей и краски высохнут, Юля предлагает высушить поделку феном, а потом покрыть тонким слоем лака и снова просушить. И вот, шедевр готов. Работы наверняка украсят комнату или кухню, а может быть, станут для кого-то особым подарком – ручной работы в единственном экземпляре. Следующий мастер-класс Юлии Воробьевой пройдет в воскресенье 7 декабря в литературе. Культурной кофейне «От А до Я» в 12 часов. В тренде новогодняя тема. Участники мастер-класса будут колдовать над елочкой в башмачке.